Приветствую вас на канале SSSRGun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Глетчер БРТ-84. Комплект поставки содержит руководство по эксплуатации и сам пистолет. Перед вами пневматическая копия пистолета Беретта 92. Как всегда, у компании Глетчер внешний вид и материалы корпуса, а также их сборка находятся на высочайшем уровне. В данной модели корпус полностью изготовлен из металла. Накладки на рукоять сделаны пластиковыми. Длина корпуса составляет 185 мм, а вес увесистые 700 грамм. Эргономика пневматики совпадает с таковой у боевой модели. Шероховатая поверхность счетчик рукояти делает хват пистолета в руках невероятно удобным. Источником энергии здесь является баллончик с углекислотой на 12 грамм, обеспечивающий до 90 выстрелов на максимальной мощности. При этом производителем заявлена максимальная скорость выстрелов 125 метров в секунду. Стрельба ведется стальными шариками калибром 4,5 мм. В неполноразмерный магазин вмещается до 18 таких шариков. Прицельное приспособление выполнено в виде мушки и целика. Они нерегулируемые. Предохранитель здесь флажкового типа и оснащен защелкой, которая не позволит ему переключиться случайно. Модель обладает великолепным соотношением качества и цены. Плюс ко всему присутствует качественная сборка и великолепный дизайн. Купить этот пистолет можно на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был SSSRGun.ru. До новых встреч!